Хайо, гай, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игру под названием «Пятница 13-е. Смертельный пазл». И у нас «Выжженная земля». Играть. Каратель Джейсон. Да, это у нас полная, можно сказать, отсылочка к безумному Максу. Мэд Макс. Так, а что у тебя за маска? То же самое? Окей. Погнали. Апокалипсис настал, мир разрушен, ядерный взрыв унес миллионы жителей, или миллионы жизней. Короче, безумный Макс. Постапокалиптическое что-то. А это еще кто? Аккуратней, Джейсон, ты мой золотой мальчик. Ой, а лазеры походу по всей линии, поэтому. Так. Подожди, я. Я не могу их убивать. Вау, вот это уже что-то пошло с чем-то. Пустынное безумие. Завтра мы проснемся в новом мире. Ну, я чувствую себя прекрасно. В новом мире. Допустим. Херово. Так, нужно было походу копа сначала убить. Да? Да. А, меня тогда этот расстреливает. А, не. Я сделаю вот так. Оп. Ну и все, тут тогда идеально идет у нас все. Не-не-не, обратно. Ой. Ну вы, конечно, ребятки. Сложные делаете загадки. И как я достану ласта? Ага, хер там. Фигушки. Мне нужно, чтобы... Так меня застрелят в любой случай. И что дальше? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что же у нас здесь получается за хуйня? Так. Так, готово. Смерть тебе, челик. Девка, челик. Ну это челик, потому что у него борода. Вредное влияние. Рейдеры. Вы рейдеры. Так, да. Ага. Так, то она так. Так, то она так. А как мне убить того челика? Никак. Поэтому мне нужно напугать изначально нижнего как-то. Ага. Ага. Допустим. Как я тебя изначально напугал? Я не помню. Я, по-моему, сначала...
Сюда пришел. Еще раз. Где я появляюсь? Тупой камень. Ухо зачухалось. В принципе, смотрите. Ничего не будет же здесь, да? Я могу напугать челика. Я в ловушке. Не было бы камня, я бы выиграл. Поэтому давайте начнем с головки. Да-да, погнали. Напугал. Пугаешь этого. Убиваешь. Всего лишь один неправильный ход, я понял. Бля, ладно. Ну что? Так, так, так. Я могу сразу его напугать. No! Так, я что-то не туда пошел снова. Бля. А как мне показывали? Сюда? Как я должен того бы... Подождите, во. Так. Сюда. Минус. Усачес, ты умираешь. Фанни бой. Это мы видели, 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 видели. В следующем уровне... Так, жажда убивать. Ох ты, шема, здесь у нас... А если работает и здесь? Freeze, в смысле? Ага. Годлайк. Вот как он меня, допустим, заметил? Неправильно, я уже играю. А, я не понимаю, что делать надо. Здесь по-любому будет ловушка. Вниз убиваю, мне нужно только будет девку убить. А если я сделаю так? Напугаю ее. Вырублю свет. И ничего не изменится. И все. Я ее не достану. Тогда... Блин, я не знаю. И давайте тогда... Попробуем тоже тактикой. Блин, нужно как-то же в угол, по идее, нам забежать. Мне нужно снять носки, потому что, блядь, слишком жарко в них. Ну вот что дальше? И все. Может, вот по-другому можно как-то. Допустим, с этой стороны. А, да. Минус. И ты в минусе. Бля, дайте мне уже золотое орудие. Вы что, гоните? Я хочу золотое орудие. Дайте мне золотое орудие. Давай, давай. Золото, золото, ну. Было. Было. Было, было, было. Расчлененка. Фу, все, я снял их. Поехали. Так, ну здесь через это не могу пугать. Позвонить только копу. А, я пугаю, да, его? Нет.
Вызываю к тебе телефону, приятель. А, нет, не выходит. Не выходит. Не выходит, не выходит. Начать сверха попытаться. Минус. Копа вызвать не вариант. Ладно, голова в помощь, в путь. Да. Я не хочу просто пропускать уровень. Испугал, хорошо, дали. Пипец здесь. Не, слишком сложно. Ладно, будем пытаться. Сначала он позвонил в телефон. Потом он прибежал. Нет. Копа он не вызывал. Или вызывал? Я не помню. Так, он этого напугал. И он потом как-то этого напугал. Но вопрос как? Копа вообще не трогает. Они копа вообще не трогали. Как? Я не понимаю. Слишком сложно, там слишком много было движений. Минус, все, коп. Если я убиваю копа, все, это ГГ. Все, понял. Дальше. Дальше мы пугаем этого. Мы позвонили, все, это уже не то. Мы убиваем, он бежит вниз. Мне это не нужно. Короче, дерьмо, блядь, я не понял. Бля. Окей, поехали. Сначала вызываем, пугаем. Пугаем. Тоже пугаем. Так. Вниз. Все. Кровожадность получена. Новый мировой рекорд. Почем? Ёбаные горюшек. Кошек. Минус. Это минус. Не нужно напугать как-то. Или вообще не нужно пугать, я не понимаю. Сейчас я действительно не понимаю. Мне нужно убить так, чтобы я вернулся в эту херь. А, так. Раз. Все. Здесь уж слишком легко было. Под напряжением. Держись подальше от электроград, Джейсон. Не хочу, чтобы тебя ударило током. А я хочу. Достижение. Потому что я еще так не умирал. Так, ладно. Ой. Я в западне, значит, нам только сюда бежать.
Не хочу смотреть, потому что же одно и то же. Убийство. Все, давай, Джейсон. Нам еще с тобой один уровень, и мы опаемся. Электроманьяк. Так. И меня расстреляли. Ну, зато достижение. Ага. Роняю я в ловушке. Я потом не смогу выбраться отсюда. Ну, допустим, вот я уронил, да? А, нет. Смогу, 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 смогу. Назад. Допустим, так. А назад могу? А. А не могу, могу. А, черт, меня расстреливает. Вот это вот дурная фигня. Stop right there. Херово. Stop right there. Так, харе по мне пулять, заебал. А, все, начинаем. Блин. Рука движется, поняли? Для стопа, чтобы посмотреть на эту херь, что она мне скажет. Потому что я не хочу, чтобы вы тоже теряли время. Пугал. Делал. Также. Окей. Ебануться. Ебануться. Все, 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 не то, не то, не то, сорян. За это ничего не дает. Так, мне нужно сначала напугать эту телку. Пугаем. Испуг, испуг. Я же не думал, что через эту решетку тоже меня можно увидеть. Давайте, да, давай. Изи, новое орудие. Пожалуйста, дайте золото. Я же сколько их открываю? Золото, 21 коробка. Это 21 коробка. Золото. Ай, блядь, секатор. Давайте секатором поиграем. Песчаная буря. От апокалипсиса слишком много пыли, правда, Джейсон? Да, слишком много пыли. Очень много пыли. Ну, очень-очень много пыли. Прям невозможно пыли. Ой, обратно. Где-где? Пошел нахуй. Пошел в страх. Я этого не смогу убить. Я не смогу убить, я не смогу убить. Как тогда? Что тогда? Бегу вниз, больше никуда могу этого убить только. А как я сюда попаду? Бежим хорошо наверх. Я прибегу наверх. Напугать типчика. Потом мне нужно будет как-то вернуться в этот уж угол же. Отсюда же. Ладно, пробуем. Сначала пугаем. Этого нужно убить обязательно.
Так. Хорошо. Пугаем. Окей. И все. Я испробовал все, что я именно мог сделать. Как было запланировано. Да, да, да. Напугали. Убили. Напугали. Ах ты ж, ё-моё. Разница была в том, что я убил сразу же этого охранника. Вот моя разница. Ладно. Так, пугаем. Пропускаем. Все. Убийство, ножницы, все готово. Далее. Неугомонный. Давайте без света. Допустим, давайте по-другому. Ой. А, я тогда сюда, да, не попаду внутрь. Так, окей, тогда, как первый раз я сделал. Да я помню уже. И все. Что я помню? Чем тебе помочь? Давай. Слишком много ходьбы, очень много. Я заебусь свет включать, включать. Стопай назад. Так. Хорошо, запомнил. С каким-то процентом я все запоминаю. А вот это новенькое. Блин, он... Это было новенькое. Нет! Он ч... пекло. Он челику, походу, сердце вырвал. Да. Так. Окей.
Оу, тихо, тихо. Вот, идеально. Значит, все идеально было у нас. Серьезные настройки. Серьезный настрой. Nice Labyrinth. Лабиринт. Плохо. Так. Здесь нужно, главное, не заблудиться еще в этом лабиринте. Окей. Как тогда можно что-то провернуть? Войти только можно сейчас. Вот так только. Либо с этой стороны. Если захожу с этой стороны, я напугаю раз. И я в ловушке. Как мне сделать так, чтобы этот челик забежал внутрь, сюда именно? Здесь не вариант. Через внутрь? Либо... Смотрите. Тихо, мне нужно с самого начала. Сначала сбегаем внутрь, пугаем челика. Обходим это все дело. Напугали эту. Теперь. Так. Ага. И я в дерьме. А нет, все. Я не в дерьме. Давайте как раз новую шмотку хорошую, давай. Золото. Тупые ножницы. 25 ящиков. Полное безумие. Как же я устал от этих мутантов, Джейсон. Мутантов? Подожди, сколько у нас одинаковых? 1, 2, 3. Все, поехали. Создаем еще один предмет. Ножницы. Обмен. Ну давай, золото. Это тоже было. Это у нас уже все было. Было. У нас всего лишь сколько? 3 шмотки из серебра. Это золото? Я буду с золотой херней тогда ходить. Вариант. Заново. Сначала пробегу. Да. Ah!
Так, это за этой херью. Оно мне ничего не дает. Оно мне ничего не дает. Ничего вообще. Если изначально уроню бак. Как вариант. Как вариант. А смысл? Смысл, смысл, смысл. Хорошо, давайте сначала ничего не буду трогать. Сделаю так. Убью одного. Я могу и дальше убивать. Мне нужно их спухнуть, блядь. Мне нужно их спухнуть. Не знаю. Ладно, посмотрю я ролик. Короче, считайте, что мы все правильно с вами сделали. Как из исключение лишь одно мы неправильно сделали. Смотрите. Мы также с вами убили всех. Потом перевернули бак. Убиваем. Ой-ой-ой, тихо, забыл. Убиваем. Включаем свет, пугаем этого челика. Вот, до этого момента мы с вами просто лоханулись и убили его сразу. А нам нужно было заюзать баг, который мы уронили, чтобы пройти сюда, включить свет, и все. Просто кислота. Все, достижение получено. Жестокое будущее, но это уже я вообще не буду сегодня это записывать, потому что эта серия провыженная и предыдущая с горгулями это было сегодня, а это я уже потом записываю. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.